Анатолий Николаевич, ну ваш комментарий по сегодняшней игре. А что комментарий? Игра хорошая была, не забили просто. Вратарь у них все, что можно было, почистил. А с нашими нападающими, или они перегорели, я не знаю. Ну, такое слово нельзя сказать. Моментов много создали. Там за бросков и, в принципе, я говорю, что такие работали, работали. Все, что нужно было, он почистил. И от момента было достаточно забить. Значит, где-то хладнокровия не хватило, спокойствия какого-то такого. Ничего страшного не произошло. Ну, что на ноль сыграли, вот это меня разочаровывает. Потому что первая игра за два года. Ну, сделаем выводы. Пойдем дальше. Сегодня, если говорить о персоналях, наверное, если вы кем-то довольны, то это Богдан Дьяченко. Ну, я им сказал бы, что кем-то недоволен, кем-то доволен. В общем-то, настрой-то был, я еще повторюсь. Дьяченко молодец, вошел в игру нормально. Даже холодный он сыграл на уровне хорошем. Для стороннего болельщика сегодняшний матч добавил интриги в чемпионате? Да, кому-то добавил болельщикам, мне он не добавил этой интриги. Не выиграли здесь, надо будет выигрывать там. Вот и все, какой сказ еще. То, что скоростная игра была, контактная, больше, может быть, повезло сопернику. Сыграй у нас также вратарь, и мы сыграли бы, наверное, на 0-0. Вот такое мое резюме.